Выполнили обещание. Власть имущие в поселке Ставрово отремонтировали разбитые колодцы. О том, что открытые люки представляют реальную угрозу для местных жителей, мы рассказывали в начале июня. Находятся разбитые канализационные колодцы возле дома номер 3 по улице Школьная. Здесь регулярно играет детвора. Местные жители говорят, ребенок в любой момент может провалиться в 5-метровую шахту. Кроме того, в открытый колодец кидают много мусора. Люди боятся, что такими темпами скоро и сама канализация выйдет из строя. Власти пообещали в ближайшие дни решить проблему, которая может довести до беды. И в данном конкретном случае обещание не стало пустым звуком. Колодцы закрыли, и теперь они не представляют угрозу ни для человека, ни для системы водоотведения. Сняли разрушенные колодцы, значит, поставили нормальные новые крышки. Сейчас стоит задача нормально их обработать. Во-первых, изоляцию от поступления воды. Ну, во-первых, это будет и надежно, и безопасно.